РУП «Черноморэнерго» совместно с Гагарским филиалом в поселке Бзыпта по улице Дружба ведут капитальное строительство по возведению электрических опор, работы по проведению низковольтных и высоковольтных линий, а также по установке трансформатора. Как пояснил главный инженер РУП «Черноморэнерго» Гагарского филиала Аспар Кухоня, на сегодняшний день они возвели 20 опор, будут протягивать протяженностью в 1,5 километра низковольтную линию и высоковольтную линию протяженностью в 1 километр, а также установят дополнительный трансформатор. Работы проводятся в поселке Бзыбя по улице Дружба. По капитальному строительству линий 0,4 киловольт низкой стороны. Так как на данном участке электроснабжение было некачественным, проводники по низкой стороне были длинные, в результате чего до потребителя не могли довести качественную электроэнергию, было решено построить высоковольтную линию, установить дополнительный трансформатор в середине нагрузки. Данное решение нам даст сократить метраж линий низковольтных, увеличить количество линий низковольтных, что уже решит проблему на данном участке. На сегодняшний день установлены столбы порядка 20 опор высоковольтных. Уже стоит сыпная арматура и протягиваем провод низковольтным. После протяжки провода начнем уже потребители переключать на новый провод. Далее у нас будет демонтаж старой линии с опорами. После всех этих мероприятий начнем уже подвеску провода высоковольтного. После подвески будем ставить трансформатор. Приблизительно сколько метров? Около 1,5 километра низкой стороны будет заменено. И около 1 километра высоковольтной линии построено. В результате демонтажа у нас высвободятся опоры старые, где мы можем ими же еще дальше от этого участка заменить кое-какие проблемные опоры. Используем старый материал. РУП «Черноморэнерго» совместно с Гагарским филиалом и на других участках района проводят работы по улучшению электроснабжения. Наряду с этим объектом также Гагарский филиал совместно с РУП «Черноморэнерго» проводит работы на разных участках. В данный момент ведутся работы в районе вокзала в черте города Гагра. Были установлены опоры, также подвешивают ребята провод СИП, изолированы, что тоже улучшит электроснабжение данного участка. А также на сегодняшний день ведутся работы по Цандрипшу, устанавливаются высоковольтные опоры. Наряду с этим планируется подвеска провода в селе Сальма, порядка 600 метров провода низковольтного. Ну, хочется сказать, что если бы материала было побольше у нас, мы бы реализовывали бы... Решили бы многие проблемы, да? Больше проблем, да. Администрация поселка Бзыпта и местные жители выражают огромную благодарность всем тем, кто приложил усилия в решении многолетней проблемы. На сегодняшний день, как вы видите, у нас проводится работа по электроснабжению. Население не раз обращались и в нашу администрацию местную, и в районную администрацию. Мы писали письма и руководству Республики Абхазия, в Кабинет министров, писали и в аппарат президента, и на протяжении скольких лет мы добивались улучшения электроснабжения. На сегодняшний день уже работа ведется, мы благодарим наше руководство, в первую очередь, руководство Абхазии и, конечно же, руководство Черноморэнерго Абхазии, Басария и наш гагарский филиал. Спасибо всем руководителям, которые на сегодняшний день поддержали нас и ведутся вот эти работы. Как ранее здесь представитель сказал, нашего гагарского филиала с электросети, конечно же, уже поставлены все столбы, будут протягивать высокую линию, на сегодняшний день уже проводят низкую линию. Линии наши на самом деле, они уже изжили все, что можно было изжить, рушились и обрывались, и
неоднократно мы мучились. На самом деле напряжение у нас, где 220, хотя должно быть, как положено, у нас от 70 до 120 еле-еле вот так вот зимой вот такое напряжение было. Летом вообще свыше 160 никогда не было. Поэтому мы всегда обращались, и на сегодняшний день ведутся работы, надеемся на улучшение электроснабжения, и в дальнейшем будем добиваться, чтобы еще нам трансформатор поставили. Благодарим всех, кто поддержал, и сегодня проводятся эти работы.